нее не было ни подруг, ни друзей. И уж тем более любовников или просто воздыхателей. Коллеги по работе сторонились ее и только переглядывались за спиной. С сыном и невесткой более или менее откровенно поговорить она могла только на улице, потому что все ее разговоры прослушивались. За ней следили и свои, и чужие. Свои, чтобы не дать оступиться, чужие, чтобы успеть вовремя, если это все-таки произойдет. И все это происходило с ней не потому, что она знала какие-то секреты или могла на что-то оказать влияние. Нет. Просто она была женой человека, одно имя которого наводило на его современников почти животный ужас. Это был человек из породы палачей, злодеев. Время рождает своих, я не скажу героев, а своих персонажей. То есть это, конечно, глубоко, глубоко отрицательная личность. Ни одного слова в его пользу я, как историк, сказать не могу. Нина, Нино Гигичкори. Она была поразительно красивой женщиной. И в старости, и уж тем более в нежные 16 лет, когда и состоялось ее знакомство с 22-летним Лаврентием Берия. Произошло это в Сухуми. И, как водится, сплетен и всяческих домыслов вокруг этого события накручено предостаточно. Говорят, он увидел ее среди кустов герани и полюбил с первого взгляда. Боже, как романтично! А я вот слышала, что познакомились они в тюрьме. Да нет, все было не так. Их встреча произошла в доме дяди Нины, большевика по фамилии Гигичкори. Ничего подобного. Берия уже тогда до баб охоч был. Увидел ее молоденькую да хорошенькую и приказал похитить. Говорят, держал у себя в спальне 2 дня. Все насытиться не мог, кобелина. Автор этой последней версии – англичанин Тадеус Уитлин. В 1972 году в Лондоне вышла в свет его книга «Комиссар», целиком посвященная Берии. Находясь в конце 20-х годов в Абхазии, рассказывает Тадеус Уитлин, Берия жил в роскошном специальном поезде, в котором он приехал в Сухуми. В тот вечер, когда Берия собирался отправиться в Тбилиси, около станции к нему подошла девушка лет 16, среднего роста, с черными глазами, сдобной комплекции. Она попросила его заступиться за ее арестованного брата. Берия заметил красоту девушки. Якобы, желая получить дополнительные детали о брате, он пригласил ее в поезд, но не в салон-вагон и не в ресторан. В спальном купе Лаврентий приказал девушке раздеться. Когда она, испуганная, хотела убежать, Берия запер дверь. Далее англичанин смачно описывает детали того, что произошло в купе. Рассказ завершает сакраментальная фраза. Так маленькая Нина стала его женой. Несостыковок в этой истории множество. И в датах, и в фактах. Знаете, эта книжка в высшей степени недостоверная. Она, в общем, написана на слухах, без каких-либо документов. Поэтому как раз эта версия содержится в этой книжке, я ее просто всерьез даже не рассматриваю. Тем более, что сама Нина Таймуразовна описывала обстоятельства своего знакомства с будущим мужем иначе. Ее версия куда прозаичнее и, главное, достовернее. Вот что Нина Берия рассказала в своем последнем интервью, которое она дала в возрасте 86 лет. Это было в 1990 году. Интервью это появилось в газете совершенно секретно. Помню, как в первые дни установления советской власти в Грузии студенты организовали демонстрацию протеста против новой власти. Участвовала в этой демонстрации и я. Студентов разогнали водой из пожарного бронспойта. Попало и мне, вымокло с ног до головы. По дороге в школу меня встретил Лаврентий. После установления советской власти в Грузии он часто ходил к Саше. Нина имеет в виду своего дядю, большевика Сашу Гигичкори, в доме которого она росла. И я его уже неплохо знал. Он начал приставать ко мне с разговором и сказал, что давно уже наблюдает за мной и что я ему очень нравлюсь. А потом сказал, что любит меня и хочет, чтобы я вышла за него замуж. Он объяснил, что новая власть посылает его в Бельгию изучать опыт переработки нефти. Однако было выдвинуто одно единственное требование. Лаврентий должен жениться. Я подумала и согласилась. Сама она рассказывала о том, что они познакомились в семье ее родственника Саши Гигичкори. Она бегала к Саше в тюрьму вместе с Сашиной женой. И там видела сидящего в тюрьме Лаврентия. Потом она выросла. Лаврентий, увидев ее на улице, сказал, какая красавица.
Потом он предложил ей выйти за него замуж. И она пошла без особенной любви, потому что лучше выйти было за симпатичного ей Лаврентия, чем жить в чужой семье. Она была бедна. И первое время они тяжело и бедно жили. И это понятно. Потому что на дворе стоял не конец 20-х, как пишет Уитлен, а самое их начало. 1921 год, когда Берия только-только начал восхождение по руководящей лестнице. Сначала в ЧК Азербайджана, потом в ЧК Грузии. А чем в это время занималась Нина, его жена? Училась. Сначала в сельскохозяйственном институте. Потом закончила аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию. Но училась она не только на агронома. Девушка из менгрельской деревни изучала искусство быть леди. Сделать это ей было проще, чем многим другим кремлевским женам. В конце концов, родители Нино были, что называется, из бывших. Отец ее, Таймураз Гигичкори, был выходцем из дворянского рода, человеком великолепно образованным и начитанным. Мать, Дереко Чиковани, была и вовсе княжеского происхождения. У обоих это был второй брак. У Таймураза в один день скончались от тифа жена и двое сыновей. У Дереко после гибели первого мужа осталось трое детей. Серго Берия, сын Лаврентия и Нины, рассказывал. Дед долго не женился после смерти первой жены. С Дереко у него был единственный ребенок, моя мать. Мама окончила сельскую школу в менгрельской деревне, затем гимназию. Воспитывалась она в семье дяди Саши Гигичкори. Тот был большевиком. Второй ее дядя, Евгений Гигичкори, стал у меньшевиков министром иностранных дел. Такие разные судьбы. Как все кремлевские жены, Нина Таймуразовна Берия была человеком сложным, многоступенчатым и многогранным. Мое воспоминание о ней очень мимолетное, но очень запоминающееся. Послевоенная Москва, штапельно-цветочная, одевшаяся в летние платьица женщины, пестрая молодежь и большой театр. Мы с подружкой ходим по фойе в антракте. И наискосок через фойе проходит женщина необыкновенной красоты. В каком-то тоже необыкновенном платье. Да вообще платье ли это? Это облако, абрикосовое облако. Она окружена военными, ее даже плохо видно, но она как-то так идет мне навстречу, и я вижу ее лицо. Женщина прошла, окруженная абрикосовым облаком платья и затянутыми в мундиры фигурами, явно охранявших ее мужчин. А за ее спиной, словно невидимый шлейф, потянулся шепоток. Это Нина. Нина Берия. Жена Берии. У нее были золотистые волосы с медным отливом. Потом ее невестка Марфа Пешкова говорила мне, что у нее она была блондинкой, но она красилась хной для того, чтобы был такой медный отлив. У нее были огромные глаза, показавшиеся мне темными, тончайшее грузинское лицо, ну, красавица, необыкновенная. Такой красивой женщины, как Нина Берия, я больше не встречала. Это очень красивая женщина. Очень мягкая, очень интеллигентная. Екатерина Катукова, вдова маршала, дважды героя Советского Союза Михаила Катукова, познакомилась с Ниной Берия в Карловых Варах. Сама Катукова оказалась здесь в результате обстоятельств, которые едва не стоили ей жизни. В 1945 году в Берлине, во время приема, посвященного Параду Победы, ее отравили. Я стояла, рядом со мной стоял Черчилль, Делатор де Тассини, Монтгомери, Рокоссовский, Жуков, Конев, Катуков и, по-моему, Еременко. В это время стали подносить мороженое, кофе-глясе и мороженое. И мне достался, со мной случилось плохо. Было отравление. Кому несли это отраву, неизвестно из этих людей, но попался я. Яд оказался не смертельным, но отравление было очень сильным. Екатерину Сергеевну самолетом доставили в Москву, в госпиталь. Спас меня профессор Вовсик, такой был терапевт. Он сказал, не будем ничего делать, не оперировать, ничто, пусть лечится в Карловых Варах. И в Карловых Варах я играла в теннис, и приехала Нина Берия.
Вдруг пришли ко мне, постучали и говорят: «Екатерина Сергеевна, Нина Берия просит разрешения с вами играть в теннис и познакомиться с вами». Я сказал: «Пожалуйста». Екатерина Катукова и Нина Берия сблизились. Сказать, что подружились, нельзя. Расстояние всегда оставалось. Общение продолжилось и в Москве. Нина Таймуразовна иногда присылала за Катуковой машину, которая привозила ее на дачу Успенская, где жила Нина с внуками, детьми ее сына Серго и Марфы Пешковой. Серго Берия был женат на родной внучке Максима Горького. К этому моменту Лаврентий Берия на самой вершине власти. До декабря 45-го он нарком внутренних дел СССР. Затем его целиком и полностью перебрасывают на руководство проектом создания ядерной бомбы. Он назначен председателем специального комитета по руководству всеми работами по использованию внутриатомной энергии урана. С марта 46-го Берия член политбюро ЦК ВКПБ. Позади репрессий конца 30-х, переселение народов, чеченцев, ингушей, турок, месхетинцев, поволжских немцев, крымских татар, некоторых других народов с исконных мест проживания. Позади Великая Отечественная война, позади многое другое, и в том числе почти 25 лет совместной жизни с женой Ниной Таймуразовной. Как-то Нина Берия сказала Екатерине Катуковой: «Я все смотрю и любуюсь, как вас любит Михаил Ефимович». «А вы, — спросила Катукова, — разве вас не любит муж?» «Я глубоко несчастна, — ответила Нина Таймуразовна. Лаврентий никогда не бывает дома. Я всегда одна». Берия жил своей жизнью. Он неделями не появлялся дома. Когда его сын вырос уже и стал работать конструктором, инженером, и жил своей семьей, они вообще встречались, может быть, раз в месяц где-нибудь в общем доме. Поэтому завидовать жене Берии нельзя, но это, конечно, драматическая, там, трагическая судьба женщины, которая живет, не нуждаясь ни в чем, но у которой совершенно нет никакой личной жизни. Нина Берия жила очень замкнуто, всегда в окружении охраны. Даже на велосипеде она каталась так: впереди охранник, сзади охранник и по охраннику с боков. То есть она была вся под наблюдением, под надзором. За ними наблюдали, чтобы с ними ничего не случилось. За ними наблюдали, чтобы они не оступились. То есть какая-то двойная слежка, которая мало способствует свободе внутри семьи и вне семьи. Хотя у Берия была определенная свобода делать то, что он хочет, выискивая девушек на улицах. Партийная работа очень нелегкая работа. Можно сказать, очень тяжелая работа. Иногда хочется немножко расслабиться, знаете. Когда я писала книгу «Кремлевские жены», было несколько женщин, которые узнали об этом, мне звонили и говорили, что они бы хотели встретиться со мной. Каждая из них объявляла себя любовницей Берии. Большинство этих историй не вызывало доверия, но некоторые отнести было просто невозможно. История молодой женщины, которая, печатая адрес на конверте, пропустила букву «Р» в слове «Сталинград» из их числа. В письме, которое она написала Ларисе Васильевой, было множество деталей и подробностей. Я написала слово «Сталинград», пропустив букву «Р». Вы понимаете, что получилось «Сталинград». И меня взяли. И мне предъявили именно это обвинение, что я оскорбила отца народов. «Почему, — говорит мне следователь, — вы пропустили букву «Р»? Почему бы вам не пропустить букву «Г»? Тогда бы получилось «Сталинград». Ну, как мне ему объяснить?» В общем, у нее началась тяжелая жизнь. Она была красавица. Она была необыкновенная красавица,
и славилась своей красотой. В один из дней ее в сопровождении солдата вывели из тюрьмы. Пешком добрались они до железнодорожного вокзала и сели в поезд. По вокзалу, на который они прибыли, она узнала Москву. Здесь арестованные и ее конвойные пересели в автобус. Так в автобусе они добрались до особняка Берии. Впрочем, то, что попала она именно сюда, выяснилось чуть позднее. Пока же была только очень просторная и совершенно пустая комната. В эту комнату вошел человек в коротком халате с волосатыми ногами. Она его узнала сразу. Это был Лаврентий Павлович. Ее колотило, ей еще было очень холодно, она была легко одета. Но она, женщина смелая, она спросила, раздеваться или так будете? На ней было страшное тряпье. И она инстинктом ли, не знаю, как называется это чувство, которым она ощутила, что она ему не понравилась. Ну, наверное, не в его вкусе. И тут она скинула с себя все тряпки одним каким-то движением и села перед ним нагая. И, наверное, еще больше ему не понравилось. Ну, ему садитесь. Ну, это все было, конечно, нервная почва была. Он сел, тоже оказавшись в нетипичной обстановке, и они начали разговариваться. В результате она уехала обратно, и ее скоро освободили, потому что он сказал, вашей вины нет никакой. Достаточно широко известна история актрисы Татьяны Акуневской. Эта прелестная женщина была очень популярна в 40-х годах. Ее отношения с Берией описаны ей же самой. Сначала Акуневская провела ночь в особняке Лаврентия Павловича, но он этим не удовлетворился. И тогда она удостоилась сомнительной чести побывать на его даче в Успенском. Вот как актриса описала этот эпизод. Огромный парк, двухэтажный почти дворец, зимний сад. За столом ни к чему не прикасаюсь. Он такой же, как в первый раз. Пьет дорогие вина, жрет руками, хихикает. Начал пьянеть, глазки налились салом. Скоро начнется моя Голгофа. Я схвачена на руки, раздета, поставлена на стол. Сопротивление бессмысленно, невозможно, унизительно. Только бы сердце не разорвалось. Другая актриса, Нина Алексеева, тоже славилась своей красотой. Судя по всему, Берия приметил ее на сцене. Ее привезли в знаменитый особняк на углу Садово-Триумфальной и улицы Качалова, неподалеку от высотного здания на площади Восстания. Лаврентий Павлович уже поджидал ее. Я ноги вот так вот трясутся. Я вся тряслась. И попала соринка в глаз. Он меня спрашивает, соринка попала? Я говорю, нет, а руки дрожат. Ведь Бог знает, что о нем мы знаем, правда? Берия пригласил вынужденную гостью за стол. Накрыт он был роскошно. Шел 1952 год. Страна не так давно выбралась из Великой Отечественной войны. Голода не было, но особо никто и не шиковал. А тут Нина Алексеева увидела такое, что даже ахнула. Вино и шикарное. Вы знаете, какое шикарное? В сургучах было на столе. И корзинка плетеная, шикарная, в золоте. Я даже салат с крабами, с орехами. Он говорит, ну кушай, кушай, я хочу тебя накормить необыкновенными. Эти же, говорит, вина из царских погребов. И эти вина, которые вот ты видишь, это стояли у Николая, нашего царя. Врал или действительно ставил на стол в качестве угощения для своих любовниц вина из погребов царской семьи? Кто теперь сможет узнать это точно? Ему нравилась моя фигура. Он попросил меня раздеться, Лаврентий Павлович. Да, это было так. Это интимную я деталь вам рассказываю. Откровенную уже раз вы просите, Лаврентий Павлович. Он говорит, ну разденься, у тебя такая фигура классическая. Вы сейчас не поверите. Он меня на «ты» прям начал называть, на «ты». И положил в постель свою. А что мне оставалось сделать? Жить-то хочется. Я и играла. Говорят, он сам ездил в своем черном автомобиле по улицам и высматривал себе новую любовницу. Так целыми днями и ездил? Так и ездил. У него, я слышала, и в 1000 была любовница-то. Господи, да это каким здоровьем-то надо обладать, чтобы всех? Значит, имелось. Эти поездки Берии — миф чистой воды. Точнее так, миф то, что он ездил сам.
Но абсолютная правда то, что это делал за него другой человек. Звали его полковник Саркисов. Он был начальником личной охраны Берия, и большинство женщин, которые рассказывают свои истории отношений с Лаврентием Павловичем, упоминают именно его. Но все ли из них до конца правдивы? Что такое более 900 женщин? Я не мужчина. Но я думаю, что, во-первых, это достойно книги рекордов Гиннесса. Во-вторых, это просто по времени, ну, я не знаю, я предоставляю мужчинам провести исследование, может ли у мужчины быть за его жизнь, исключив работу и все прочее, такое количество женщин. Думаю, что это болтовня. В следственном деле Берии речь идет о 62 женщинах. Помимо прочего, здесь присутствует и обвинение в изнасиловании ученицы 7 класса, которая потом родила от него ребенка. Сам Берия, впрочем, утверждал, что все было по обоюдному согласию. Видимо, согласие было таким же, как в случае с Алексеевой. Их своеобразный роман, если его можно назвать так, продолжался почти 2 года. Берия устроил Нине роскошную квартиру на улице Горького, дарил украшения. Встречались они нечасто. Он присылал за ней машину, когда у него было желание и свободное время. И каждый раз это был шок. Причем не только у самой актрисы, но и у ее мужа. Мужа все знал, он переживал вместе со мной. И ложился и говорит: вы почитайте его письма, моего мужа. Мой муж пишет о Берии. Ты, говорит, должна уехать опять туда. Я хотела жизнь покончить самоубийством, когда я безумно люблю жизнь. Но для меня жизни уже не было этой. А Лаврентий Павлович мне сказал: хочешь быть моей женой? Судя по всему, у Берии в отношении Алексеевой действительно были вполне серьезные намерения. Он даже представил ее Сталину. Это произошло на ноябрьском приеме в 1952 году. Если он ее представлял Сталину, значит, он, наверное, имел какие-то серьезные виды. Просто так рядовую любовницу он бы не стал представлять Сталину. А это уже был какой-то серьезный шаг. То есть, может быть, он в последние годы действительно подумывал над тем, чтобы развестись с Ниной Таймуразовной и соединить судьбу, соответственно, с новой, с одной из любовниц. Иосиф Виссарионович как на меня посмотрел, а я запомнила до сих пор. Вот свои годы сейчас помню. Рябины на лице, на правой и на левой щеке. И улыбается Иосиф Виссарионович мне и трясет мою руку одну. Вот две руки положил и трясет вот так. И я поняла, что он сказал что-то обо мне. Поделиться со Сталиным, что Лаврентий Павлович мне сделал предложение. Но позвольте, скажет кто-то. Как Сталин, который был человеком очень консервативных взглядов, не возмутился тем, что ему при живой-то жене представляют любовницу? Не возмутился. Когда Сталину докладывали о развратных действиях Берии, он не обращал на это совершенно никакого внимания. Он к этому относился в высшей степени спокойно. Известно, не легенда даже, а это реальный факт, когда начальник генерального штаба доложил Сталину о том, что маршал Рокоссовский на фронте в своем штабе держит там красивую женщину, и вроде это открыто делается и нарушает какие-то неписанные нормы, потому что другие это скрывали. Что будем делать? Сталин походил по кабинету и сказал: завидовать будем товарищу Рокоссовскому. То есть Сталина этим смутить было невозможно. А что же Нина Таймуразовна? Одни говорят, что она все знала и даже готовилась к разводу. Другие, что ни о каком разводе и речь не шла. Берия был прекрасным семьянином, по-своему любил жену и разводиться не собирался. Здесь интереснее другое. Почему она сама не ушла от мужа? Почему? Она не зацикливала своей жизни только на Берии. Она была очень гармонична. Она любила сына, и туда ушла ее любовь. Она любила свою работу, свою профессию, свою Тимирязевскую академию, и там была ее любовь.
Про то, что Нина Берия, жена самого Лаврентия Берия, работает здесь, в этом самом корпусе, среди сотрудников Академии мало кто знал. Знали, что работает у академика Прянишникова красавица по фамилии Гигичкори, и все. Было все покрыто, так сказать, мраком, тайной. Она ни с кем не общалась никогда, никаких фотографий, никаких даже бумаг, вот где-то, где бы она, может быть, подписывалась под опытом там или еще что-нибудь. Ничего этого не сохранилось. Нету ничего в академии. Так что это просто известно, вот, что она действительно работала и училась, и работала у Демида Николаевича Прянишникова. Известно, что Нина попала к Прянишникову после окончания аспирантуры. Занималась агрохимией. На работу ее привозили на машине и увозили на машине. Это не могло не привлечь к себе внимания. Особенный интерес разгорелся после того, как по академии пополз слушок, что у хорошенькой Нины Гигичкори при себе всегда имеется пистолет. Начальник секретного отдела разоткровенничался и рассказывал, что когда они сотрудниками проверяли сумки у всех сотрудников в академии, каждый, значит, в своей там части, то в сумке жены Бери всегда пистолет лежал. Умело стрелять? Выходит, умело. Иначе какой в этом пистолете смысл? Только вот против кого она собиралась его использовать? Против бандитов? Против иностранных шпионов? Или против любовниц мужа? Наверное, ей было видней. Родственница Прянишникова, такая Ирина Владимировна Башко, жена, вторая жена сына Прянишникова, ну, о ней знала, что ей, в общем, говорили про ее мужа, что он ей не верен, но она этому не верила и отрицала это полностью. Говорила, что это его сотрудники, его осведомители, с которым он должен работать, и что он прекрасный семьянин, прекрасный муж, прекрасный отец и, в общем, очень замечательный человек. Когда арестовали Николая Вавилова, а он был любимым учеником академика Прянишникова, Нина Берия, может быть, впервые в жизни попыталась повлиять на ситуацию. По крайней мере, именно она просила мужа принять Дмитрия Николаевича. Тот согласился. Беседовали они довольно-таки долго. Хотел ли Берия помочь на самом деле, или просто сделал некий реверанс, откликнувшись на просьбу жены, кто теперь узнает. Известен лишь результат. Разговор этот ничего в судьбе Вавилова не изменил. А когда академик Прянишников попытался поговорить с Берия еще раз, тот в приеме ему отказал. Берия все-таки был каким-то более человечным, может быть, из членов Политбюро, как это не покажется странным. Может, именно потому, что вот он был такой любитель женщин. В Политбюро людей, которые, ну, уничтожили меньше тысячи человек, при Сталине просто не было. Это был как бы пропуск на вход. А пропуска на выход не было. Выходили обычно только с пулей в затылок. Говорят, после того, как Берию арестовали, в подвале его особняка нашли горы человеческих скелетов. И большинство женских. Насиловал, а потом убивал. Просто синяя борода какая-то. А я слышала, у него была специальная машина для перемалывания трупов, чтобы следы замести. Типа мясорубки, что ли? Ужас какой. Боже, упырь. Упырь просто. Мы привыкли связывать с именем Берия все репрессии. Но это, по меньшей мере, несправедливо к нему. Просто для сравнения. Молотов только по централизованным спискам Политбюро подписал 40 тысяч расстрельных приговоров. Берия за 1937-38 годы лишь 5 тысяч. Правда, тогда он был всего лишь первым секретарем ЦК Компартии Грузии. В 1937-м в Москве на Лубянке заправлял Ежов. Мне же пришлось пережить 37-й год. Когда я попала в Бутырскую тюрьму, я сидела с Королевой, это космос, жена. Я сидела с женой Шмидта, вот Юлевича. Я сидела с Халепским. Халепский – это был начальник танкового и автомобильного управления. Я сидела с двумя женщинами из Коминтерна, с ними сидела вместе. И это все, понимаете, было наполнено. И уже не Берия же сажал, а Берия пришел в Москву в 1939 году. Я не оправдываю, я не знаю, хулиган он или нет. Но я рассказываю факт,
в которых я сама была, свидетель и очевидец. Конечно, Берия не был ангелом в белых одеждах. Совершенное им потянет не на 9, на 99 кругов ада. Знала ли Нина Берия о деятельности своего мужа? Наверняка знала. Но что она могла изменить? Пытаться лезть со своими взглядами и советами? На примере Надежды Аллилуевой она уже знает, к чему это может привести. Во всем соглашаться с линией партии и великим Сталиным, как это делала Полина Жемчужина. Но и эта беззаветная преданность не спасла жену самого Вячеслава Молотова, второго человека в стране после Сталина, от ареста и ссылки. Нина Берия предпочла третий вариант – уйти в сторону, устраниться. О жене Берия ходит много легенд. Единственное, я что могу сказать, что она держалась, никогда не вмешивалась ни в какие дела мужа, не имела на мужа никакого влияния и вообще в политике не имела никакого влияния. Это было, как она сама воспринимала свою жизнь, я не знаю. Дневников она не оставила. Близких подруг у нее не было, и это было бы трудно иметь. И все же, почему Нина Таймуразовна не ушла от мужа? Почему не убежала из его страшного дома? Из особняка, в который он уже почти не таясь водит любовниц. Сын у нее уже взрослый, живет отдельно. Его брак с внучкой Горького, Марфой Пешковой, вполне счастлив. Подрастают дети. Почему она осталась? А куда ей было деваться? Куда она ушла бы? Он никуда ее не отпустит. Это позор. Сталин не признает этих разводов. А потом в сердце Нины Таймуразовны могли возобладать и вполне приземленные меркантильные мотивы. Семья, в которой родилась Нина Берия, была очень бедной. Да и после в семье дяди, в которой она выросла, не шиковали. Человеку, который хорошо помнит, что такое ложиться спать на голодный желудок, очень трудно отказаться от сытой и благополучной жизни. Предположим, Берия отпустил бы ее, не чиня препятствий. И что? Кем бы она стала? Ну, рядовым преподавателем Тимиряевской академии. Она бы лишилась всех номенклатурных благ, положения в обществе. Ну, общение среди других супругов, там, политбюро высшей элиты. Человек же к этому тоже привыкает быстро. А привыкать было к чему? Продукты из спецраспределителя. Причем до некоторой поры их было столько, что на Бериевском спецпайке кормилась вся прислуга. В какой-то момент Сталин урезал содержание членам политбюро, но все равно этого было более чем достаточно. Марфа Пешкова, невестка Нины Таймуразовны, вспоминает. В доме хозяйство вела грузинка Тамара Ермолаевна. К ней Нина Таймуразовна относилась уважительно, а с поварами воевала. Когда сердилась, начинала говорить по-грузински. Нине Берия не приходилось мыть полы, готовить и стирать. У нее был личный парикмахер, личный портной. Вот только показаться в модной прическе и нарядах ей особо было некому. Жену Берия никто не знал. Она держалась совершенно вдали от света, если бы можно было бы сказать. Понимаете? То есть это была красивая, образованная женщина, но кроме родственников никто ее не знал. Красивая, ухоженная, неглупая, очень одинокая и, по сути дела, несчастная женщина. Такой представляется современным исследователем Нина Берия. А еще они говорят о том, что она была, несмотря ни на что, очень предана мужу. Марфа Пешкова вспоминает. Свекра своего, Лаврентия Павловича, я видела нечасто. Нина Таймуразовна жила на даче, свекор в Москве. Но непременно каждую субботу он приезжал на дачу и оставался ночевать. Нина Таймуразовна всю субботу готовилась. Принимала ванны с хной, делала прическу, выбирала халат. У нее были прекрасные халаты из грузинских материй. Он приезжал, она приветливо его встречала. Все-таки иногда они оказывались вдвоем. Наверное, у обоих была необходимость о чем-то поговорить. Они садились в саду, им готовили грузинские блюда, и они долго о чем-то тихо разговаривали. Я думаю, что это была по-своему дружная семья, которая держалась только на ней. Она поступила так, как может поступить только очень мудрая восточная женщина. Она не мешала мужу жить так, как ему хотелось, но постаралась и сама получить от жизни максимум того, что было возможно в ее положении.
И главное, как бы она ни относилась к Лаврентию Берии, она выполнила свой долг, долг жены, до конца. Когда Берия уже был арестован, Нина Берия написала письмо в правительство, в котором брала часть ответственности за поступки мужа на себя. Вот цитата из этого письма, адресованного Маленкову. «Если Лаврентий Павлович в чем-либо непоправимо ошибся и нанес ущерб советскому государству, прошу вас разрешить мне разделить его судьбу, какова бы она ни была. Я ему предана, верю ему как коммунисту. Несмотря на всякие мелкие шероховатости в нашей супружеской жизни, я люблю его. Я никогда не поверю в его сознательное злонамерие в отношении партии. Не поверю его измене ленинско-сталинским идеалам и принципам. Следовательно, я не заслуживаю никакой пощады». Как жена, как женщина, она совершенно правильно поступила, написав в правительство письмо: «Если виновен он, то виновна и я. Я хочу разделить с ним эту вину». Вот удивительно только то, что ни один из мужчин, чьи жены попали в тюрьму, так не поступил. Вот тут есть о чем задуматься. Откуда же в женщине такая могучая сила? И это при том, что ни у одного из них не было столько оснований, чтобы отречься от супруги, сколько их было у Нины Берия. Как жена, как женщина, она имела все причины возненавидеть мужа. Об этом мало кто знает, но в течение последних лет жизни у Лаврентия Павловича, помимо многочисленных любовниц, была еще и вторая семья. У Берии была и вторая жена, молодая девушка, с которой он встретился, когда ей было 17 или 18 лет. Она так ему понравилась, и он так хотел с ней встречаться и еще раз, что он купил ей, или в то, что не купил, конечно, выделил квартиру на улице Горького. И она родила ему дочь, я не называю фамилии, потому что эти люди живут своей жизнью, и Берия к ней приезжал, вероятно, чаще, чем домой. Эта женщина живет в Москве и совершенно правильно не хочет давать никаких интервью, потому что это были серьезные отношения немолодого человека с молодой женщиной. Драма, может быть, какая-то была там. И Нина Тимуразовна об этом знала. Знала и все же написала то свое письмо, в котором становилась плечом к плечу с арестованным мужем. Впрочем, поначалу Нина Таймуразовна вообще не поняла, что, собственно, произошло. Тот факт, что может быть арестован сам Лаврентий Берия, похоже, никак не укладывался у нее в голове. Позднее она вспоминала: «Сначала мы подумали, что произошел государственный переворот или что-то наподобие контрреволюции, и к власти пришла антикоммунистическая клика. Меня посадили в бутырку. Каждый день меня вызывали на допрос, и следователь требовал, чтобы я давала показания против мужа. Я категорически заявила, что показаний ни хороших, ни плохих давать не буду. После этого заявления меня больше не трогали. В бутырке я просидела больше года. Я жила в камере в очень тяжелых условиях. Слышали, наверное, про карцер-одиночку, где нельзя было ни лежать, ни сидеть. Вот так я и провела больше года». Свою позицию в отношении мужа она изменила только после того, как стало ясно – Берия расстрелян. Тогда настала пора позаботиться и о себе, и главное – о сыне, который, как и она сама, оказался репрессирован. Нина Таймуразовна писала в Политбюро, с просьбой облегчить ее участь, там она была сослана, и говорила, что они, значит, с Лаврентием Павловичем с 41-го года уже не жили там, как муж и жена. После того, как выяснилось, что Лаврентий Павлович подцепил где-то сифилис там и от него лечился. Ну, насколько это верно сказать, опять же, сложно, потому что писалось это в специфических условиях, когда Лаврентий Павлович уже был повержен. Тогда Нина Тимуразовна говорила, что я тогда, значит, не стала официально с ним разводиться, потому что считала, что это, мол, важная партийная задача обеспечивать быт члена Политбюро. Вот. Я, значит, верила, что это большой там человек, один из вождей. А оказался наш вождь не вождем, а сукою, как говорится. Судя по всему, Нина Таймуразовна не лгала, когда говорила о том, что уже давно являлась женой Лаврентия Берия, только формально. По крайней мере, сам Берия подтверждал это. А я его спросил тоже. Я говорю: «Лаврентий Павлович, а где ваша жена? Он с женой, я в разводе». Где тут правда? Где тут ложь? Когда Берию арестовали, то провели обыск в кабинете. Помимо прочего, составленная опись содержит и такие пункты: дамские спортивные костюмы, дамские кофточки, чулки дамские иностранных фирм 11 пар,
женские комбинации шелковые 11 пар, дамские шелковые трико 7 пар, отрезано дамские платья 5 отрезов, шелковые дамские косынки, носовые платки иностранных фирм. Также были найдены многочисленные письма от женщин интимно пошлого содержания. В обычной ситуации эти письма назвали бы иначе – любовными. И если Берия, пользуясь своим служебным положением, мог кого-то из женщин принуждать к сожительству, то вряд ли он мог заставлять кого-то из них писать ему любовные письма. Он интересовался женщинами, но чтобы, понимаете, такого разгульного Владимир Павлович, ничего не было. Я перед Богом это клянусь, могу перекреститься, что Владимир Павлович был нравственный человек. Он не был развратником. Перед казнью преступник признался в своем преступном моральном разложении. Говорится в обвинительном акте Берия. Его жена до конца жизни отказывалась согласиться с этим. Лаврентий день и ночь проводил на работе, говорила Нина Таймуразовна. Когда же он целый легион женщин успел превратить в своих любовниц? На мой взгляд, все было по-другому. Во время войны и после Лаврентий руководил разведкой и контрразведкой. Так вот, все эти женщины были работницами разведки, ее агентами и информаторами. Но когда этих сотрудниц начали спрашивать о связях со своим шефом, они, естественно, заявили, что были его любовницами. Не могли же они назвать себя стукачками и агентами спецслужб? Этой же версии до самой своей смерти придерживался и сын Берия, Серго. Он написал книгу, в которой защищает своего отца и очень многое рассказывает в пользу Лаврентия Павловича. И как он мне, допустим, не был бы неприятен, Берия, я понимаю его сына. Я никогда не буду давать в обиду своего отца, своих родителей, свою мать, потому что семья – это главное в жизни человека. После гибели Лаврентия Павловича его жена и сын сменили фамилию Берия на девичью фамилию Нины Гегичкори. Быть может, они хотели, чтобы ничто не связывало их с прошлым. Но осталась память. А она хранила многое, и плохое, и хорошее. Чего было больше, судить не нам. Но именно эти двое, жена и сын, оказались единственными людьми, которые остались преданы этому красному дьяволу, который сегодня стал едва ли не олицетворением сталинских репрессий, маршалу Советского Союза Лаврентию Павловичу Берия до конца. Несмотря ни на что.